всем говорю, где дьявол сразу. Каждые 3 часа идет прометание, правильно? Ну, то есть входные группы должны быть, были. Разово очищены уже должны быть. Ликвидация последствий снегопада – главная тема субботнего совещания с первым заместителем главы администрации Дмитрием Кайгородовым. Представители территориальных управлений рассказали о ситуации в каждом микрорайоне. Обильные осадки вынуждают работать в режиме повышенной готовности. По нормативам, очистить город от снега должны в течение 3 дней. В первую очередь убирают входные группы домов и межквартальные проезды. Дмитрий Кайгородов лично проверил, как идет уборка в городе. Посетил ЖК «Солнечная система». Из-за необычного архитектурного ландшафта комплекса своевременная уборка снега здесь крайне важна. Пока коммунальщики справляются. Сегодня, я думаю, мы закончим здесь работу уже. По вывозу снега мы уже на другие дворы перейдем. Убранный снег может послужить на благо жителей. Может сделать горку, что вывозим? Как говорят, надо с жителями поговорить, здесь, в принципе, коллектив дружный. Морозная погода добавила сложности. Снегоуборочные машины иногда выходят из строя, но их оперативно заменяют. Дополнительно на борьбу со снегом в городе вывели 24 единицы техники и порядка 200 человек. Проехали по территории. Конечно, много еще нужно будет сделать нам, но мы видим, вся техника в строю, люди в строю. Поэтому нет никаких сомнений, что в установленные нормативом сроки мы город в порядок приведем. Еще одна точка объезда – стройка Репинской развязки. Здесь провели рабочее совещание с министром транспорта Московской области Алексеем Гержиком. Остались лишь последние штрихи. Сейчас идет процедура уточнения схемы движения, дорожные знаки. Фактически уже все готово. Готовимся к запуску движения через долгожданный наш Репинский мост. Сейчас работа идет в круглосуточном режиме. Открыть движение по развязке планируют в ближайшее время. Не упустили из виду и парки Химок. Обсудили формирование будущего зеленого каркаса города. Планируют создать пространство для активного отдыха летом и зимой. Формирование в парках катков с долгим сроком эксплуатации. То есть катки, как по примеру театрального, вот, которые можно будет у нас расставлять и формировать в парках. Обсуждают также возможность строительства моста до сходня от смотровой площадки в парке Подрезково.